Лед на карьере начал таять буквально на днях. Мы видим, что вода в купели, которую прорубили на крещение, уже не замерзает. Еще немного, и ловить здесь рыбу станет небезопасно. Рыбаков на третьем Бурковском карьере немного, потому что будний день. Владимир пришел к половине девятого утра. К обеду наловил на уху. Плотичка, окунь и подлещик. Самый последний лед, самый лучший клев обычно. А почему? Ну, потому что рыба активно становится. Вода попадает, как говорится, это свежая. Рыбка начинает шевелиться. Начинает ходить. Владимир считает, что пока лед толстый, находиться на карьере не опасно, но тем не менее лунку пробурил недалеко от берега. Самую крупную рыбу поймал под включенную камеру. Вот так. Виктору тоже повезло, только приехал, а уже пошел первый клев. Что сейчас? Сократили, пока работы не нахожу, нету, жду. И делать нечего. Чем на диванчике, я лучше здесь посижу. По прогнозу синоптиков, плюсовые температуры скоро вернутся. А это значит, собираясь на рыбалку, в первую очередь нужно будет подумать о собственной безопасности. В региональном МЧС пока с просьбой к рыбакам не выходить на лед не обращались. Но, скорее всего, профилактические рейды начнутся в ближайшее время. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».